Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Продолжаем ставить дебютный репертуар для новичков и любителей русских шашек. И сегодня мы с вами снова рассмотрим варианты, как правильно уклониться от дебюта городская партия. CD4, DC5, DC3. Ну и в этом положении есть несколько систем игры за черных. CD6. Мы с вами в прошлый раз начали рассматривать эту большую систему. ED6, вторая система, третья система FG5 и четвертая система HG5. Мы с вами подробно рассмотрим все четыре системы. Сегодня мы продолжаем рассматривать ход CD6. Тогда сразу же атакуем правый фланг черных ходом CB4. Ну и черным лучше всего разменяться назад ходом BA5. Сделать так называемый отыгрыш. Тогда ставим тычок. Лучшее продолжение за белых BC5. Бой-бой. Ну и в этой позиции черные развивают свой сильный левый фланг, а белые занимают центр. Например, FG5, ED4, GH4, GF4, GF6, FE3, FG5, CD2. Данное построение впервые было разработано латвийским мастером Владимиром Романовым. Ну и в этом положении у белых все-таки инициатива. То есть, видите, у черных пассивный треугольник вот из этих трех шашек H4, G5, H6. Но хочу обратить ваше внимание, что в данном положении он не так плох, потому что у белых есть отсталая шашка H2. Если бы ее не было, то у белых было бы большое преимущество. Но так как она есть, позиция более-менее равная. Но все-таки инициатива у белых. Ну и в этом положении черным лучше всего сыграть CB6. Хочу обратить ваше внимание, что такой кажущийся неплохим размен ED6 в этой позиции плох. Потому что белые проводят прием тактический под названием «Штучка Кукуева». То есть впервые он был разработан московским мастером Николаем Кукуевым. То есть играем HG3, бой-бой. И видите, мы грозим напасть GH4. Чтобы этого не произошло, у черных есть три хода. Давайте рассмотрим все. После хода GH4, тогда мы играем BC3, бой, и FE5. Ну и после всех разменов у белых огромное преимущество. Но все-таки за черных еще есть такая необычная и далеко не очевидная ничья. Но скорее всего, если вы получили данную позицию при игре против любителей и новичков, то вы ее выиграете. А ничья здесь только такая. Любой ход, если от нее отклониться, от этого варианта, он ведет лишь к поражению за черных. Допустим, d7. Мы играем ab2. Строим колоночку. Ну и здесь черным надо играть cd6. Единственный ход. А вот ход, допустим, hg7 уже проигрывает. Потому что мы нападаем gh6. Ну и после того, как черные вынужденно отходят, мы меняемся на поле e5. d5. И затем скромно идем в дамки шашкой h6. С легким выигрышем. Поэтому надо играть здесь CD6 только за черных. Тогда мы играем GH6. Ну и видите, сочетание черной шашки H8 с белой шашкой H6 при отсутствии у черных шашки на поле F8, это сочетание ведет к огромному преимуществу белых. Но все-таки ничья здесь еще есть. У черных есть три хода. Ход DC5 здесь уже проигрывает. Ну, допустим, играем DE3. Ну и на ход BC7 играем BA3. Здесь, если черные, допустим, играют ED6, тогда играем CB4, связываем черных. Ну и на вынужденный ход CB6 выигрываем шашку BA5. Черные играют ED4, отходим. Затем проводим две шашки в дамки. Ну и это положение мы должны выиграть. Если в этой позиции черные, допустим, играют CD6, тогда и снова связываем центр черных. Ну и после вынужденного хода EF6 играем HG7, идем в дамки. FE5, GF8. Черным надо нападать, ED4, другого нет. Тогда отдаем одну шашку ходом B5, затем
вторую шашку ходом АБ6. Ну и белые здесь должны легко победить. Второй возможный ход в этой позиции это ход АБ6. После этого хода белые также выигрывают. Играем ДЦ5. Ну и после разменов играем БЦ3. Ну и здесь все очень быстро заканчивается. Например, ДЦ5, ДЕ3, ЕД6, ЕФ4. Черным надо жертвовать шашку и играть ДЦ5. Затем играем ФЕ5 и легко выигрываем. Ну и, наконец, третий ход, который все-таки ведет к ничьей за черных. Ход BC7. Ну, он такой корявенький, и, скорее всего, ваш соперник его не найдет. Играем CB4, и здесь черным надо снова сделать единственный ход. CB6. То есть грозит BC5, поэтому белые вынуждены играть BA3. Единственный ход. Ну и здесь снова, видите, ход bc5 здесь проигрывает, потому что мы играем de3 и должны выиграть. Но у черных есть небольшая комбинация. Им надо сыграть hg7 и dc5. Ну и как бы белые не били, все-таки здесь ничейная позиция. Белые выиграть не могут. Вот такой интересный вариант. Второй возможный ход в этой позиции после размена. Ход hg7. Тогда мы играем gh4. Ну и после того, как черные закрываются, подрываем пункт f6 жертвой двух шашек de5 и бьем на e3. То есть следующим ходом забираем шашку g5, и в этом положении белые уже выигрывают. Например, ab6, бьем шашку g5, b5. Белые прорываются на левом фланге черных разменом fg5. Черные пытаются прорваться на левом фланге белых. АБ4. Тогда нападаем БЦ3. Ну и после хода БА3 идем в дамки. Черные еще сопротивляются. Допустим, играют ДЕ5. Видите, ставить на h8 пока нельзя, потому что черные сыграют АБ2. Поэтому ставим дамку на поле f8. И если черные пытаются прорваться ходом АБ2, тогда жертвуем шашку. Играем дамкой на h6 и играем gf6. Ну и после размена следующим ходом мы разменяемся dc3 и видите, обрежем шашки черных от похода в дамки по тройнику с легким выигрышем. Третий возможный вариант в этой позиции за черных это сыграть аб6. То есть видите, gh4 здесь играть нельзя, потому что черные проведут комбинацию, сыграют b5, затем d5 и прорвутся в дамки с выигрышем. Ну мы же не дураки, естественно, мы так играть не будем. На ход аб6 играем bc3. И здесь черные продолжают ставить вот эту ловушку. Допустим, играют b5. И самое главное здесь за белых не сыграть аб2. Потому что эта угроза за черных сохранится. В этой позиции, это уже прошлифованный мной вариант, белым надо точно сыграть gh4. И теперь, видите, комбинация не проходит. Поэтому черным приходится играть de5. Ну, тогда мы аккуратно бьем шашкой f4 на поле d6, черные бьют. И затем h4 на f6, черные бьют. Затем полностью занимаем центр. То есть поля f4 и c5. И легко выигрываем. Например, ef4, gf6, dc5. Ну и белые здесь должны победить. У черных, видите, шашки на бортовых полях. У белых весь центр. И кроме того, черные не могут разменять сильную коловую шашку на поле c5. Поэтому белые здесь побеждают. Так, разобрали в этой позиции размен ed6. Он плох. Поэтому черным в этой позиции надо играть cb6. Лучший вариант. Теперь играем bc3. Ну и в этой позиции черным лучше всего сыграть ba5. А вот после хода hg7 здесь у черных уже возможны неприятности. Например, играем ab2. Ну и здесь ход bc7 уже проигрывает окончательно. Допустим, как было в партии Романов-Коган. Кстати, друзья, все-таки
не окончательно проигрывает, но этот ход плох. Мне удалось все-таки за черных найти тоже сумасшедшую ничью. То есть после хода bc7 снова играем hg3, опять этот размен. И видите, нельзя нападать за черных gh4 из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и найти комбинацию за белых. То есть играем fe5, бой, и затем ed6. Черные бьют, и мы прорываемся в дамки. Ну и как бы черные здесь не били, мы все равно побьем шашкой на поле e5. И затем бьем дамкой на поле e5. И полностью обрезаем шашки черных. С легким выигрышем. Но все-таки за черных здесь еще была ничья. То есть надо было сыграть gf6. Ну и после хода gh4 черным надо меняться ed6, другого нет. И белые снова проводят вот этот разменный маневр. То есть играем d5, жертвуем две шашки временно и бьем на e3. И следующим ходом ставим рожон на поле f6. Но несмотря на рожон, все-таки у белых нет выигрыша. Здесь возможен только единственный вариант игры за черных. Вот такой. b5. Бьем шашку g5. И dc5. Теперь белые играют b3. Но если белые сыграют, допустим, fg5, тогда черные просто сыграют cb4, и угроза b3 неотразима. Поэтому здесь есть два хода за белых. Либо b3, либо cd4. После хода cd4 черным надо точно сыграть ab4 и побить именно на поле c5. И снова здесь у белых нет выигрыша. То есть на ход fg5 черные сыграют cd4 с равной игрой. А если белые, допустим, играют b3, тогда черные размениваются cd4. И снова здесь темпы складываются в пользу черных. Белые выиграть не могут. Если же белые в этой позиции играют b3, тогда надо сделать ход cb6. То есть грозит cb4, нам надо играть cd4. И здесь проигрывает ход dc7. То есть белые здесь уже выигрывают, они пройдут в дамки. А к ничьей ведет неожиданный ход ab4. Ну и у белых есть два продолжения. fe5 и de5. Если белые играют fe5, тогда черные проводят комбинацию. То есть играют, допустим, b5, бой, и бьют назад на поле c7. Белые бьют, черные отдают шашку ходом hg5, затем играют cd6 и прорываются на преддамочное поле. Ну и белым надо отдать шашку de3 и сыграть hg5 с ничьей. Так что, друзья, мы выяснили, все-таки в этой позиции у черных была ничья. Позиция очень тяжелая, но ничья была. Ну а сильнейший ход в данном положении все-таки это не hg7, а именно b5. Кстати, еще есть такой неожиданный ход hg3 за черных. Ну и здесь создается абсолютно равная позиция. То есть, видите, белые не могут играть fe5, потому что черные проведут комбинацию. Они сыграют gf4, надо бить, и побьют на поле b4. Теперь, видите, нельзя бить на поле f4, потому что черные сыграют b3 и форсированно пройдут в дамки. Либо нам придется жертвовать шашку. Если же в этом положении белые бьют на поле c7, тогда черные строят колоночку с помощью боя b на d6. Ну и после того, как белые бьют на поле f4, черные выигрывают ударом d5. И видите, прорываются в дамки. Поэтому после нападения hg3 белым лучше всего сыграть ab2. Ход gf2 чуть похуже. Ну и после всех разменов бьем на e3 и создается примерно равное положение. Так что кроме хода b5 еще есть ход hg3 в этом положении, отмечу. То есть, так, прошу прощения. Зелененьким, да. Вот. Два хода.
Если черные здесь играют b5, тогда играем ab2. Ну и снова размен ed6 плох. Поэтому, прошу прощения, здесь уже размен ed6 наоборот хороший. То есть в этом положении белым надо играть только b3. Видите, hg3 здесь уже не проходит. То есть запомните вот эту позицию, здесь hg3 меняться нельзя. То есть снова мы вроде бы грозим сыграть gh4. И из-за черных здесь плохо играть gh4, hg7 из-за приведенных выше вариантов. Но у черных здесь есть выигрыш за счет тактических идей. То есть они меняются на поле c5, ходом dc5. И видите, грозит комбинация ab4 и cd4. И черные прорвутся в дамки. А если белые, допустим, нападают gh4, единственный ход, тогда черные проходят в дамки. Играют cb4. Ну, после того, как белые бьют, они играют ba3. И снова форсированно прорываются в дамки с выигрышем. Поэтому, друзья, в этой позиции hg3 играть нельзя. Тогда играем ba3. И черным лучше всего разменяться назад. dc5, бой назад. Ну, здесь возможны интересные варианты, которые разобраны в книге шашиста Валентиноса «После дам шашечных сражений». Играем cd4. Ну и в этом положении черные играют ab6. Мы играем gf2. И у черных есть три хода. cd6, hg7 и de7. Давайте разберем все три хода. После хода cd6 в книге шашиста Валентиноса приведен такой вариант. fe5, бой и ab4. Такая интересная жертва шашки. Ну и в одной из блиц-партий был сыгран такой вариант. hg7, fg3, бой на e5, gf6, размен назад. И белые победили за счет обладание центром. Например, bc5, b7, hg3, gh4, gf4, d7, dc3, fg7. Ну и белые здесь выигрывают за счет приема под названием мостик Каулина. То есть был такой шашист очень сильный, дореволюционный еще, Федор Альбертович Каулин. И вот он провел впервые такой интересный прием. То есть, видите, gh6 играть пассивно из-за ef4, и белые выигрывают за счет центра. А если черные играют hg3, пытаются прорваться в дамки, тогда белые проводят несложный ударчик. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ударчик за белых. Он несложный, но такой необычный, нестандартный. То есть играем cd6, бой, затем ed6, бой, и играем ef4. Ну и прорываемся в дамки с выигрышем. Такой прием, запомните, называется мостик Каулина. Я привел этот вариант только из-за вот этого приема. Но на самом деле в этой позиции побеждают черные. То есть вместо хода hg7 черные могли провести несложный ударчик и выиграть. Можете также поставить видео на паузу и попытаться найти ударчик за черных. Черные в этой позиции играют hg3 и затем b5. Белые бьют, черные бьют на поле g7, ну и следующим ходом выигрывают еще и шашку g5. Поэтому, друзья, в этой позиции все-таки жертва fe5, она проигрывает, отмечу. Видите? В этой позиции, ну, надо было, скорее всего, сыграть либо dc3, либо ab4 с примерно равной позицией. Ну, можно было еще разменяться, допустим, таким образом. То есть тут примерно равная игра. Да, скорее всего, даже разменяться ходом fe5 и fg3 наилучший вариант игры за белых. Так, рассмотрели ход cd6. После хода hg7 здесь также примерно равная позиция. Играем dc3. Ну и после хода b5 играем ed2. Сдвигаем золотую шашку, наш резерв. Черным надо играть de7. Тогда мы играем dc5, занимаем коловое поле. И здесь черным надо играть только gf6.
просится за черный ход b7, но он здесь очень красиво выигрывает. То есть также можете поставить видео на паузу, попытаться найти выигрыш за белых. Если найдете, то получите удовольствие. То есть играем cd4, грозим сыграть cb6, поэтому надо с черным самим закрываться ходом cb6. И затем жертвуем шашку cd6 и играем dc3. Ну и несмотря на отсутствие шашки, у белых выигрыш. То есть видите, у черных разрыв по флангам, то есть на трех вертикалях D, E и F у черных ни одной шашки, поэтому они проигрывают. Например, GF6, играем FE5, ну и создается так называемый цугцванг. То есть черным невыгодна очередь хода, и они здесь проигрывают, несмотря на наличие лишней шашки. Поэтому после хода DC5 черным надо играть только GF6. Ну, CB6 играть бесполезно, потому что черные тогда сыграют CD6. Ну и на ход BC7, видите, нападут ходом FE5. Поэтому так играть бесполезно. В этой позиции поэтому надо играть CD4. Тогда черные меняются назад, CD6. И мы снова занимаем коловое поле C5. Ну и на ход BA7. У белых единственный, но хороший ход FE5. Ну и черным здесь можно провести комбинацию, полностью уравнивающую положение. Черные играют HG3, такой неожиданный ударчик. Видите, на F4 бить нельзя из-за CD6, поэтому белым надо бить F на F6. Тогда играем HG5 и CD6. Ну и после всех разменов белым лучше всего пожертвовать лишнюю шашку DE3 и сыграть HG5. И партия заканчивается ничьей. Все, вот это одно из сильнейших продолжений в этом варианте игры за черных. После хода DE7 у белых здесь также преимущество. То есть, так, прошу прощения. После хода DE7... Да что такое? После DE7 играем уже DC3. Так, прошу прощения, не DC3. Лучше всего сыграть AB4. Перепутал. После хода AB4 здесь уже за черных проигрывает ход CD6. Приведу вот такой вариант интересный. То есть играем FE5, затем FG3. И здесь у белых выигрыш. То есть черным надо меняться назад. Тогда мы играем BC5, надо отходить B5, играем DC3, ну после хода HG7 меняемся назад, EF4. Далее возможно FE7, HG3, GH6, FE3. Например, как было в партии Valentinos Remesis. А еще в этой позиции был возможен ход, кроме хода B5, ход EF6. Например, было в партии Томашайтити Серикова. Здесь белые выиграли красиво. Такой еще последний вариант приведу. После хода АБ2 черные играют ФЕ7. Ну и на ход ЖФ2 они играют ДЦ7 с идеей разменяться назад ходом ЕД6. Белые это увидели и сыграли ФЕ5. Ну и на ход ЕД6 белые здесь четко побили на поле Ж7. И после того, как черные разменялись, H на F8 белые побили на поле E7. После всех разменов белые в этой позиции провели красивую жертву и выиграли. То есть они сыграли DE5, и здесь у белых выигрыш после хода ED4. Ну и грозит ход FG3. Допустим, если черные играют B5, тогда уже занимаем коловое поле ходом DC5. Ну и на ход HG7 снова отыгрываем шашку FG3. И на ход GH6, допустим, можно сыграть CD4 с выигрышем у белых. А если же черные в этой позиции играют HG7, тогда выигрываем с помощью размена FG3. То есть отыгрываем шашку, ну и ход ED6 здесь неотвратим. То есть эта позиция выиграна за белых. Друзья, если вам понравилось данное видео, поддержите мое творчество лайком и подпиской.
Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. Ну и в следующее воскресенье, друзья, разберем следующие системы игры за черных. Будем шлифовать варианты. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.